Вот на ресурсы News вот такая статья вышла. В Роскачестве назвали лучшую печень трески. Очень хорошо. Эта статья была написана 3 декабря 2020 года. Только они не сказали, кто эту треску-то может купить. Ими оказались продукция брендов «Ашан», «Вкусные консервы» и «Норд Пилгрим». А теперь посмотрим цены. Треска 662 рубля за 120 грамм. Я извиняюсь, 4 штуки. Так, печень трески натуральная. Одна баночка 220 грамм, 259 рублей. Так, это что, печень трески по-мурмански, Беринг 240. 175 рублей 38 копеек. Консервы рыбные, печень трески, 116 рублей. Это маленькая такая баночка. Так, это что? Тоже печень трески, 175 рублей, 38 копеек. Да, цены очень такие кусачие. Кусаются прям как... Ну да ладно. Печень так печень. Только кто ее есть будет? Ну, естественно, у кого денег полно. А простым пенсионерам только облизываться картинки, облизывать картинки. Ой, как смешно. Когда-то, много лет назад, господи, ложками ели эту печень трески. Было ее в советское время навалом. Ешь не хочу. Полный холодильник был всяких продуктов. А сейчас только облизываться по картинкам. Ну да ладно. На этом все.